Вздохи разочарования доносились накануне из спортбаров всей страны. В ночь со среды на четверг тысячи россиян болели за футбольную сборную, которая упустила последний шанс поехать на чемпионат мира. Для фанатов поражение в Словении стало настоящим горем, и многие хотели утопить его в вине. Да так, чтобы никто не видел. Более сдержанные фанаты пытались дать объективную оценку происходящему. Отвечая на вопросы журналистов, досаду не скрывали. Но и футболистов обижать не хотели. Я не склонен обвинять противников, противник играл достойно, судью тоже не хочу обвинять, поэтому я считаю, что проиграли мы, а не выиграл противник. За выход российской сборной в чемпионат мира болели от мала до велика без преувеличений. Вот и семья Ильиных пришла в полном составе, от внуков до бабушки. Судья был немножко пристрастен, выдавал эти карточки желтые в тех случаях, когда даже игру вели неправильно словаки. Валентина Ильина всю игру то и дело сравнивала Игоря Акинфеева с кумиром молодости Львом Яшиным. И тот, и другой радовали ее одним – крепкой вратарской хваткой. А вот остальных игроков сравнить с советскими легендарными футболистами женщина не берется. Грозить не буду им пальцем, но, ребята, соберитесь, держитесь, тренируйтесь, радуйте нас, болельщиков, своей игрой. После полного разочарования и просмотра болельщики добирались домой без фанатизма, что значительно облегчило труд милиционеров. По крайней мере, в Москве эта ночь выдалась спокойной.